Вас сейчас на сцене снова десантник и снова ветеран Афганистана, ветеран легендарного 345-го Баграмского отдельного парашютно-десантного полка Андрей Борода. Доколе воевать мы будем, я не знаю. Облив подсвечник воском, догорит свеча. И словно капли крови с сабли палача. Плоды рябины алые на зель опадают. На перроне скорый поезд застыл. Вышел в полночь, растворился во мгле. Этот город про меня позабыл. И встречает лишь панель на столбе. Нас венчали километры дорог. Те, что огненными люди зовут. Я вернулся, ты вернуться не смог. Но я помню наш последний маршрут. А за рекою высота да не та и не стоит. На той высотке креста, а мне распятом свой век добивать. Но о тебе я вспоминаю опять. А за рекою высота да не та, но не спалит нас никто от креста. И вспоминаем мы дороги, солдат, прости прикрыть. Я не сумел тебя, брат, прости прикрыть. Я не сумел тебя, брат. Твой отчий дом и скажу: здравствуй, мама, я теперь тебе сын. Ты скажи мне, чем помочь я смогу? За двоих отныне буду один. Мы с Серегой ближе стали родни. На двоих считали веки столбы. Коротали бесконечные дни и не верили в подарки судьбы. А за рекою креста, а мне распятому свой век добивать. Но о тебе я вспоминаю опять. А за рекою высота да не та, но не избавит нас никто от креста. И вспоминаем мы дороги, солдат, прости прикрыть. Я не сумел тебя, брат. А за рекою высота да не та, но не избавит нас никто от креста. И вспоминаем мы дороги, солдат, прости прикрыть. Я не сумел тебя, брат, прости прикрыть. Я не сумел тебя, брат, прости прикрыть. Я не сумел тебя. Спасибо. Слава ДВ. Андрей Борода. Спасибо, Андрюша.